Чао-чао-чао. Вы находитесь на канале Призрак Геймс, и мы продолжаем выживать в игре Seven Days to Die. Где-то уберем. Значит, что у нас тут произошло? Я тут немножечко наш домик, который мы выбрали, немножечко расстроил. Чуть побольше получается. Очистил от лишних стеночек всевозможных. Кстати, здесь еще остались вот эти вот, то есть можно наблюдать, где были стенки. То есть стенки я все поубирал и оставил чисто вот такое вот. Все. Сейчас получается. Единственное, нужно будет где-то в полу сделать решетки, чтобы можно было отстреливать зомбаков, которые приходят в дом, потому что они там засранцы. В прошлый раз тут уже часть дома повыламывали, вон. Все поразламывали тут засранцы. Потому что я тут сверху тусовался, они здесь все выломали, вон. Здесь поломали. Вот, чтобы такого не было, я думаю сделать в потолке решетки. И получается спокойненько их можно будет уничтожать таким образом. Ну а пока миссия у нас, значит. А, сейф я, кстати, уничтожил, да? Да-да-да, у нас вот здесь маленький сейф остался. Жить почему-то. Непонятно почему. И вот здесь сейф. Оба пустые, то есть единственное, что их нужно будет разобрать. Сколько? Ёб твою мать, да вы серьезно? Матерь боже, ну это потом как-нибудь. Так, значит, какая задача? Я хочу сделать сундучки обычные. А, кстати, вот здесь я сделал запасной вход в дом. На случай, если у меня не будет при себе, получается, блоков. Если у меня есть блок, то я захожу через центральный вход. То есть отсюда спокойненько зашел. Поставил один блок. Забрался. Опа. И забрал блок. Ну, конечно, это нужно сделать аккуратно. Так и все. Зомби, если за мной идут, они просто будут проваливаться вниз, бегать, пытаться залезть. И так далее. А здесь получается такой запасной вход. Если вдруг получается какой-то, ну, у меня нету блоков, нужно срочно забежать там, либо в доме зомбики. То есть я быстренько забежал, закрыл люк и не парюсь. В принципе, можно, кстати, его даже и улучшить. А также у меня есть люк, выход на крышу. То есть там, где мы, получается, сначала оборудовали небольшой себе за этот самый, как его скажут, притончик небольшой, ночлежку. Вот, единственная у меня сейчас проблема, это вот эти вот потолки нужно вырубить, потому что они некрасиво очень смотрятся, то есть не хотелось бы, чтобы у меня в потолке были дырки. Поэтому вот эти вот мы сейчас разломаем и аккуратненько их заменим на новые блоки, новые качественные блоки. Уф, устала, блин, ну да, я там не попил, не поел. Угу, давай сейчас. Сделаем вот так и вот так. Раз, два, три. Так. Сейчас мы, значит, здесь доулучшаем. И пойдем, получается, насчет еды, воды. То есть я там два костерка поставил, но еще ничего не готовил. Хотя есть предметы. То есть я там насобирал. У меня яички вроде были где-то. Да, и так предметиков есть. То есть готовить было с чего. Мясо есть точно. То есть готовить есть чего. Единственное, что нужно приготовить. Так. Попить у меня с собой ничего не, да, вот даже с собой есть пару яичек. Так, ну ладно, передохнули и продолжаем. Значит, этот потолок мы вырубим. Еще вот этот получается. Так. Так, так. Так, так. Так. И так. Так.
Так. Вроде все, теперь у меня потолок целый. Ладно. Это что за... Фига себе. Это бетон, да, какой-то? Ну да ладно. В общем, и вот такая вот у нас крыша получается. Небольшой обзор. Я тоже здесь загородил, чтобы я случайно там не свалился куда-нибудь. Немножечко подстроил. И все, тоже спускаемся, закрываем люк. Все, то есть, если что, можно сбежать через крышу. Если вдруг кто-то сюда все-таки прорвется. А сейчас, значит, нужно все, что с едой связано, нужно сразу. Так, вареные яйца. Кстати, надо их сразу скушать. Я-то думал, у меня ничего нету такого, что я готовил сам. Значит, чай используем красный. Так сказать, восполним жидкость нашу. Так. Вот еще какие-то у нас есть такие. Да-да-да, сейчас покушаем, не переживай, это так. Так, что у нас еще тут из еды есть? Экстракт тестостерона какой-то. Ладно, все, что с едой связано, мы сейчас заберем. Это заберем. Что еще тут может быть с едой связано? Банки, конечно же. Железные не нужно. Так, 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 так. Кипяченая вода. Это нужно, селитра нам не нужна. Ага, вот это заберем, кстати, цветочки. Нож нам не нужен. Кое-что вдруг нужно. Вот это тоже заберем. Может, там нужно где-то. Так, ну это только первый ящик. У нас в итоге я на 4 ящика все раскидал. Так, есть такое. Семя. Семя дуба нам не нужно. Семя тоже не нужно. Семя. Семя. Зеленый спирт. Нафиг он мне нужен, по идее-то. Но вдруг. Так, мутная вода как раз. Его заберем. Чай золотарника. Так, вот это заберем. Антибиотики заберем. Вот это заберем. Может, нам нужно. Так, хлопок. Надеюсь, хлопок нафиг бы не нужен нам. Покаемся. А вот это нужно. Кастрюля. Так, у меня есть кастрюля. Этот. По идее... Нужно еще мензурка. Мензурки не хватает, да. Мензурка. О, баночки есть. Баночки тоже заберем. Все. Кожа. На всякий случай. Мясо разлагающееся. О, печеный картофель есть. Как я его не заметил сразу. Так, ну-ка еще надо. О, мука есть еще. Это тоже можно на готовку. Все, это только первый ящик. Второй, значит. Но тут вроде... Кстати, клей я хочу посмотреть, можем ли делать изолент. Так, банки есть. Банки забрали. Все, больше съестного тут ничего нету. Смотрим здесь. Угу. Есть опять кипяченая вода, сок юки. Вот, мясо есть. Мясо мы приготовить сможем. Так, глина. Вот это есть, это тоже хорошо. Мед есть. Это замечательно. Более утоляющий тоже пригодятся. Где банки есть. Сколько у меня банок, в общем, еще пустых? 110 банок. А, вот и мензурки как раз. Так. Давай, мензурки. Мензурки, 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 мензурки. Вот, вместо бумаги. Все, вместо бумаги. Все, это был третий ящик. Правильно, да, да, да. Все, из еды у нас тут ничего нету. Значит, пойдем готовить. Да, у нас перегруз жесткий. Так, значит, возьмем часть этого и часть мензурки. А потом... Так, ну давай. 20. Вот так. Замечательно. Угу. Так, вареная кукуруза. Можем сделать две, да? Давай сделаем. Вареное мясо. А вот, кстати, нам бы яичница с беконом лучше. Она вроде как больше дает. Угу. Жареное мясо или вареное? Вареное больше дает. Приготовить. Так. Сюда, значит. Так. Также даем где-то. Ага.
Так, теперь. Ага, да, здесь нужно. Так, мензурка и казан. Все. Кукурузный хлеб. Максимально 4. Так, начинаем готовить и по напиткам получается. Так, кипяченая вода в первую очередь. Максимально. Потом красный чай. Максимально приготовить. Чай золотарника. Максимально. Ну и на оставшиеся. А, кофе уже не поместится. Здесь можно кофе максимально. Так. Опять же, теперь вопрос. Нам это особо некуда складывать. Значит, сейчас мы это сложим. Возьмем гвозди. Есть у меня гвозди где-нибудь? Я знаю, что у меня было. Вот они гвозди. Я хочу наделать, значит, ящичков для хранения. Так. Ящик, ящик, ящик. Так, 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 так. Сундук? Нет. Ящик должен быть. Деревянные хранилища. Вот. 11 сделаем сразу. Так, ну давай, подождем, сейчас хотя бы один сделается. Здесь прям поставим парочку. Давай вот так сделаем. Так, и еду будем складывать, соответственно, сюда все. То, что мы уже готовое получается. Чай. Это что у нас, пиво? Еду, все, что лечебное, вареная кукуруза, допустим, готовая. Так, из этого что у нас делается? Фермерская делянка. Понятно. Пока ничего, но может быть что-то будем делать. Так, вода минус 5, здоровье 5, еда 10. Давай скушаем, в принципе, сейчас. Это не проблематично, у нас есть вода, поэтому все и захаваем сразу. Тем более еду дает 10, все нормально. И сразу же попить. Так, лекарства, значит, здесь же соберем. Также здесь кофейные зерна. Ага. Так, пустые банки. 111 у нас. Мычки оставим пока. Сейчас бегаем быстренько, наберем воду, чтобы можно было переплавлять сразу. Кто за срань? Ух ты, смотри какой. А у меня ножи. У меня нож есть. Но я уже проебал его. Все. Так, ладно, мы отвлеклись. Если я правильно понимаю, то здесь где-то есть рядом речечка. Вот она, да, тут мост как раз идет. Как раз исследую мост. Там еще какой-то городишко. Тоже сразу за мостом. Это тоже очень хорошо. А между мостами тут два моста получается. Все, замечательно. Все, погнали. А здесь что за красное? Мне же не показалось. Да, нет, точно не показалось. Что-то какие-то прогрузки прям пошли. Да. Это ферма. Матерь Божья, это у нас тут кукурузки, значит, можно насобирать, да? Так, а с этой? А, тут трава дается, да? Так, ну давай, кукурузки. Но нужно много будет.
Так, ну идем сюда. Я тебе черепушку раздроблю сейчас быстренько. Давай. Ну что ты там? Давай, давай, давай. Рассыпайся, пока стамину восстановлю. Выносливость свою. Нифига. Вот так вот. Фига себе он. Живучий какой-то. А что-то прям не по себе немножечко стало, я думал. Ну что-то не так. Вот завис, как он там. Так, ну кукурузки тут, кстати, куча просто. Сейчас мы как раз с едой вопрос решим надолго, кажется. Как раз у нас есть кипяченой воды, будет много. И быстренько. Мать боже, да там кукуруза. Я тут устану собирать, кажется, ее. Что там лазишь в поле кукурузы, балбес? Что там, воевать идешь? Пойдем, тебе тоже наваляем. Мне опыт не лишний. Кстати, вот такой вот бесячий немножко. Чепуган. На, давай, поваляйся, поспи пока. Все, проснулся. Такие засранцы меня бесили так. Все, умер. Когда я пытался вещи переносить со старой базы на новую, я раза 4, наверное, просто умер из-за вот таких вот как раз зомби, из этого вида. Что он выпрыгивал, скотина, из окна, сбивал меня. То есть я потратил кукурузы. Да, кукурузы реально. Сколько я насобирал уже? 57 початков. Если ее чистоганом кушать, здоровье 1, еда 2. И никакого бонуса больше, да? А вот если приготовить, сейчас посмотрим, сколько она даст. Так, ну это довольно-таки удачная находка, как я думаю. Плюс еще несколько домов для залутывания. Ну-ка. Один, один. Один, один. Там еще зомбяки. Кролики тут лазят. Но по идее у нас особо таких навыков нету изучены. Так. У нас кровать вон там. Ох ты, разбудил, короче. Тетеньку. Кажется, она не очень добрая теперь. Ну, правильно. Спишь так кукурузе в поле. Хотя будет, блядь. Конечно. Каждый, мне кажется, пошел бы ему сразу ебало ломать. Я себе поспать не дает кукурузу. Не, ну давай, тетеньки, все-таки сломаем еблетик. Давай, давай, просыпайся. Ух ты! Нихера себе я. Снайпер, однако, а? Думал, сейчас я побыстрее, чтоб не тратить время. Ёбну и... Ёбну. Слегонца-то. Так, где мой домик? А, мой домик вот этот следующий. Вот он, мой домик. Ну, коли отсюда забежали, то тогда через лестницу и поднимемся.
Так, давай. Здесь все готово? Да. Значит, кипяченая вода. Сколько? 16 минут. Сколько у меня кипяченой воды? А, у меня кипяченой нет. 50. 7 минут. Делаю вот так. 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 А, у нас тут еще готовится на 7 минут. Тогда сделаем вот так. Всю кипяченую воду сюда бахнем. Так, так. Значит. Так, все готовое. Мы скинем сюда. Не, воду кипяченую оставим. Воду кипяченую мы сейчас готовить будем. Так. Кади кожа тоже пусть будет здесь. Экстракт тестостерона пусть будет здесь. Из этого что делать? Заплесневелый гли. Нужно ли оно нам? Да фиг его знает. Пусть будет. Черный картофель тоже пусть будет. Так, кукуруза нам нужна. Сейчас кукурузу мы готовить будем. Вареная кукуруза. Есть штук пока могу только. Вот так нормально. 3, 4, еще 5, это 8 минут. Дров, конечно же, не хватит. Давай сделаем на побольше. На 15, 8 минут, а тут у нас 14 минут. Так, ну давай, немножечко пусть поднакопится. Значит, дальше. Еще сундуки куда? Здесь у нас будут гончарные стоять, то есть в основном печки переплавочные. Соответственно, для них тоже нужен будет ящик. Потом вот здесь. Я не знаю, что здесь будет, но скорее всего как оружейная зона больше. То есть здесь поставим ящички. И соответственно, вот здесь воткнем ящички. Пусть тоже будут. Так, у нас осталось 3 ящичка. Мне кажется, у нас вот здесь ящичка нету. Здесь нету. И вот здесь нету. Все замечательно. У нас по кругу в доме везде есть ящики. Где что мы будем располагать? Вот здесь я себе хотел бы расположить какой-нибудь верстачок. А вот здесь, получается, кузни, ловильни. Ну-ка посмотрим, кузня. Кузница. Что нам нужно? Глинистый грунт, кожа 10, клейка лента 3. Блин, вот это клейка лента. Ага, клейка лента. Кусок ткани и клей нужен. Давай сделаем. А где мы клей можем сделать? Из чего клей сделается? Клей. Ну-ка. А, мутная вода и кость. Делается клей. Костей у нас, конечно, куча. Значит, только мутная вода нужна. Куча. Еще. Давай сделаем вот так. И это на костре делается, да? Клей. Приготовить, да? Клей. Так, у меня костей мало. Есть ли еще у меня где-то кости? Так, вот шкура мне нужна. Шкура это да. Это тоже нужно. Лучшая бумага нет. Вроде не нужно пока. Окей. Так. Мне нужны кости. Есть ли здесь кости у нас? Да, есть. Есть кости. Хорошо. Кости есть. Это хорошо. Здесь смотрим, есть ли у нас что-то подобное. Есть изолента одна. Угу. Так, и здесь есть кости, есть это.
Так. Есть шкурки. Это хорошо. Антибиотики, бинты, кстати, заберем тоже. Положим там, пусть будут там. Ну все, больше не вижу. Так, тут у нас что? Вареная кукурузка готовится. Так. Ну, кукурузка. Приготовить. 30 пусть тоже делается. Так. Здесь у нас что? Клей. Клей. Сколько еще? 17 сможем сделать. Это хорошо. С клеем мы сделаем потом изоленту. И все, замечательно. Сколько у меня сейчас изоленты? Есть 7 изолент. Кстати, вот первое, что я хотел бы сделать из изоленты, это железную кирку, железный топор. Слиток железа нужно. Ну, кстати... А, погоди, выйти еще рано. Слитки железа. У меня было, но не знаю сколько. 24. Слиток железа. Не вижу. Здесь нету. Нужно целых 40, да? Ну окей, неинтересно. Так играться. Когда нужно 40 слитков, блин. На кирку тоже 40. Так, для этого нужна нам, получается, как раз таки плавильня. Так. Кузница она называется, да? Кузница. А, короткая железная труба. Ну-ка. Короткая железная труба. Слиток железа один. Так, ну-ка, давай-ка. Слиток железа возвращаем. Короткая железная труба. Давай сделаем на всю котлету, так сказать. Мне там еще и наши эти нужно будет заменить. Так, ну делаются, делаются. Окей, так, сейчас. Так, мы вернулись. Так, здесь у нас дров опять не хватает. Так, здесь вареная кукуруза готовится. Так, снукуська давай, кукуруза вареная. Чуть-чуть больше дает, конечно, но не сказать, что прям вау. А что еще можно сделать с кукурузы? Кукурузная мука. Так, погоди-ка. А сколько у нас дает еда 4, здоровья 2? В принципе, не так уж и много, да, по факту. Так, ну-ка, что там? А ну, всякое там такое. То, что нам еще не открыто. Тогда пока мы будем питаться так. Так, ну ладно, складируем, получается. Крейси берем только. Так, складируем, получается, это. Часть золотарника. Это складируем. Так, 10 оста 8 оставим. Так. Так, это заберем. 5 клея заберем. Так, теперь смотрим. Кузница. Еще раз. А, все, мы можем делать кузницу. Блять, клейка лента по 3 штуки на каждую. Пока только 2 можем изготовить. Да? Так. Рецепты, клейкая лента. Изготовить. 14 сейчас сделаем, это уже побольше. Что в кузнице можно плавить, понятия не имею. Кстати, можем еще сделать бетономешалку. Бетономешалка. Блин, 25 литров стали как раз. Пружина 4. Так, прервемся.
Так, опять не отвлекли. Значит, у нас уже печки приготовились. Так, ну давай. Давай плавильню раз. Плавильню два. Так, что тут у нас? Ага. Это что такое? Не написано. Но вот этого всего у нас нету. Вот кузница точно есть. Так, что у нас? Кукурузка доделалась, да? Опять дерево кончилось. Тут у нас что? Минута 41, да, хватает. Клей тоже сделался. Бетономешалка, получается, двигатель. Но бетономешалку, ладно, еще рано. Так, а ну-ка, еще раз кузница. Кузница, что нам не хватает теперь? Так, это кожа. А, кожа, да, кожа у нас маловато. Окей. А, 4 есть, на одну еще хватит, получается. Все. Потом, значит, вот это сразу починить. Потом. Вот это починить тоже. Кости есть у нас здесь? Нет, костей, да, кости нужно. Может, тоже нужно будет починить. Такс. Теперь, получается, если у нас здесь оружейные, соответственно, мы сюда и должны складывать оружейные сюда. Вот здесь на переплавку будет, правильно все? Хорошо, мы можем переплавлять. Ага, железо, латунь, свинец, песок, камень, глина. А ну-ка. Получается, мы сюда заправляем камень, песок, глину, допустим. Ага. Что там еще можно? Переплавить всякий металл, да? Ну-ка посмотрим. Что у нас там есть? А, опять не там. Ночь началась, да. Допустим, железо. Рецепты. Так. Так, ладненько. Ну да, попробуем железо переплавить, что даст нам. Так. Блин. Включить, так. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Глина. Если банки тоже можно переплавить, да, получается, на железо. Угу, 30 железа. Так. Пока не понимаю, что там можно делать. Давай, кубки. Видимо, там изготавливать что-то на кузне именно. Вот, кстати. Вот это туда нужно поместить. Это поместить. Ага, железный дротик, гвозди. Точно. Дробь.
Стальной наконечник, железный дротик, гвозди. Ну а здесь наковальню нельзя. Витринное стекло. Кастрюлю, гриль можно изготовить. Допустим, если гвозди, то... Свиток железа, ну-ка. А, железо и глина как раз нужна, да? Так, давай железо, глина, пусть плавится. Короткая железная труба, допустим, железо, глина. Гвозди. А, камень обратно что вернуть? Так, даже, да? Старая железная банка, цемент. Опа, цемент получается из камня делается, да? Банка, песок. И глина. Банки можем пустые делать. Так, свинец, свинец. Слиток железа. Слиток стали, если быть точнее. 30 железа, 15 глины. Ну да, нам пока меч получается. Так, ну-ка, а есть у нас еще железо? По идее, вот это можно все переплавлять там, да? Конические части, латунь. Из металлолома попробуем. Ну, сталь. Шлем. И так, сталь у нас есть. Банки есть. Здесь что у нас? Двигатель нет. О, вот где сталь у нас есть. Железо, если быть точнее. Ну-ка, здесь что у нас есть? Еще сталь. Свинцовая грузила есть. Живая лейка. Переплавить ее к чертям собачьим. Пружина пусть будет. 74, ладно, это пусть будет. Значит, вот так сделаем. Так, здесь, значит. Все детали не плавятся. Это плавится. Это плавится. Да, пусть вот так будет. Латунный радиатор тоже плавится. И гвозди плавить мы не будем. Латунь, да, есть. Латунь, свинец. Так, душевую лейку мы сейчас закинем туда. Латунный подсвечник тоже закинем сейчас. Так. Латунный подсвечник. Вот это сюда. Но нам в основном нужно глина. И железо. Так, сюда накидаем вот этого вот добра. Накинем сюда это. Это включить, пусть переплавляет. Так, здесь у нас закончилось. Это не плавится. Окей. Так. Что там еще? Нет. Все, да? Тогда камень просто. Пусть камень плавится.
Камень у нас еще есть. Уголь есть. Цемент. Цемент неинтересно. Труба пусть вместе будут. И текстали пусть вместе здесь будут. Так, здесь посмотрим. Это все не то. Осколки стекла неинтересно. Так, здесь что у нас? Пружина нужна. Вот такое, в общем. Электрика. Вот это, скорее всего, нам не понадобится даже. Части армейской брони, окей. Значит, сюда мы переплавленное такое будем складывать. Либо на плавку, что есть. Так, ну-ка, давай-ка. Сначала у нас есть слиток железа, да? 16 можем изготовить, пока железо плавится еще. Так. 130 секунд. Я думаю, должно хватить. Здесь что у нас? Здесь у нас камень вплавляется. Цемент 18 всего лишь. За 220 камня 18 цемент. Мама ми. Ладно, пусть вплавляется. Здесь у нас что, латунь только есть. Не знаю, пусть будет латунь. Нам не критично. Потом придумаем, что с ними делать. Но нам нужно железо, получается, и нужна глина. И значит, это все нужно добывать. Потом, у меня были где-то кирки. Кирка была с... улучшенная, в общем. Кирочка была улучшенная с модификацией. Вот она. Она по металлу у нас как раз шла. Вот так. Лопата у меня одна. Больше не нужна. В общем, пока у нас творится кромешный бардак. Вот это. Вот это. Витаминки, кстати. Нет, витаминки потом. Так, вот это использую. Так. Так. Давай, покушаем хорошенько. Пробуем наверняка. Так. Так, что у нас тут накрафтилось? 8 клея накрафтилось. Здесь 9 кукурузки накрафтилось. Все, замечательно. У нас кипяченой воды есть. Так. Ученая вода. Готовить 22. Вареная кукуруза. Нет, давай в соседней сделаем вареную кукурузу. Получить вареная кукуруза. Максимально приготовить. Все. Точно хватит. Так, ну мы сейчас там хорошенько так наелись. Водичку, кстати, сбросить. Чинить дизентерию, спустить метаболизм. А, кстати, водичка хорошая. Прикольно. У нее довольно-таки много бафов. Так, клей, клей, нет, клей мы оставим себе. Вот единственное, что мне бы лекарства все-таки с собой бы потаскать.
Банки пока здесь скинем. Вот так рассортируем. Тщательно. Русскую оставим, сырую тоже оставим. Кто там бродит? Пока непонятно, поэтому нужны решетки. А ну-ка посмотрим решетки. Деревянные прутья. Как делать решетки на пол? Строительство. Камень, глина и камень. Так, в общем, мы сейчас, нам нужно идти добывать ресурс. По идее, у нас теперь вообще проблем нету. Есть очко свободное. Очко свободное. Куда бы нам потратить? Потом посмотрим. Но мне кажется, если мы идем в ресурсы, то, наверное, ты сексуальный тиранозавр. Выносливость. Ну да, это вот как раз выносливость. Это выносливость в ближнем бою. А вот это по идее надо. Эй. Да, сексуальный тиранозавр нам нужно будет вкачать. И долбать. То есть как раз вот это вот у нас на силу, да, вьючный мул. Шеф-повар, тяжелая броня. Но тяжелая броня пока не очень. Так, ладненько. Пока понятия не имею, как делать решетки. Честно говоря. Вот лейку ленту изготовим пока. 47 секунд. Так, здесь мы сказали, будет оружие, да? Давай тогда вот сюда мы сладем инструменты по типу отмычки. Нож нам нужен. Вот это не особо. Эти камушков надо чуть-чуть стыбрить здесь. Где у меня камушки? Слиток железа максимально изготовить. А, не нужно. Так. Этот сейчас быстренько починим. Починим вот это починить. Все. Вот так. Пусть сюда залетает. Цемент. Пусть цемент делает. Так. Сейчас соберем сразу все инструменты, получается. И разложим там, где надо. Именно инструменты. Инструменты. Так, инструменты выкладываем, значит. Часть из них, по идее, уже пора мусорку давно отправить. Так, инструменты все, теперь оружие, все, что с оружием связано. Допустим, вот это. Вот
Так. Оружие и броня, соответственно. Угу. Так, мне проще сделать вот так, а потом просто то, что не оружие. И так забрать. Угу. Здесь рисуется. Так, оружие я не вижу больше. Вот это, кстати, все для оружия идет, кроме бачка. Это не нужно. Так, защита, стрелы, потрошки. Это все к оружию касается. Вот это. Так, ну не так много тут, поэтому думаю быстренько через Shift это все выкинем вот так. Все, замечательно. Такие дела. Так, ну и соответственно, давай ресурсы сюда будем собирать. За ленты, допустим, шкуры, тряпки. Вот такое вот. Так, ну-ка давай-ка. Р. Так. Так. Значит, так. Здесь, значит, у нас всякие ресурсы. Типа давай цемент, лыжники, это все там оставим. Здесь получается по типу, что у нас тут можно. Это там лазят наковальня, то, что туда надо. Каркас велосипеда. Ремнабор, топливо, из банки что у нас сделать? Машинное масло, ну тогда и вот это сюда же. Так, все забрали, да? Так, ну-ка пойдем-ка, сюда же мы скинем. Цемент, булыжники, свинец, наковальня, так, уголь, думаю, да. Так, здесь, значит, вот это, сколько стекла, вот это форма, по идее, вот это оставим. Это вот это оставим. Тут ткани. Изготовить. Все. Так будет лучше. Так, вот здесь получается мы начнем, наверное, денежку складывать. То, что на продажу будет. Так, вот это сюда, вот это сюда. Длинный набор мы сейчас сюда уберем. Так, ну-ка, так, из оружия ничего нету. Нету тоже. Так, сюда, значит, что у нас? Это уже здесь есть, перья оставим. Так, это нет. Ткань оставим. Бумага. Аккумулятор, блок. Нет, вот это заберем. Пружина, синтетический мусор. Вот эти вот части, вот это тоже сюда. Стенная банка, порошковая селитра. Да нет, вот это сюда. Кусок ткани сюда. Дробленый песок, это у нас вот сюда скорее. Так, вот здесь мы, получается, денежку будем копить и всякие клады. Тут тоже сюда. Пум-пум-пум. Это сюда. Это уже готовое, пусть тоже будет здесь. Так, боеприпасы лишние.
Боеприпасы, боеприпасы. Так. Нет, пусть будет. Не жалко. Вот это сюда, это сюда. И это сюда, и это сюда. Вот это ближе к еде, значит, здесь и оставим. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Замечательно. Так, там эти балбесы все вам что-то ломают и ломают. Блин, дробь забыл. Так, уровень повысили, ух ты. Так, ну-ка, дробь, где моя дробь? Вот она, моя дробь. Все. Это там в доме, не в доме? Нет, не тот явно. Где-то ближе был тот. А, вот ты где. Кстати, с мушкетоном меня прикалывает так голову им стрелять. Сразу смерть. Опа. Конечно, если не промазываю. Опс. А ты что такое же учит? Бом. Так, перезаряжаемся. Так, значит, мы вышли за ресурсами, правильно? Нам нужна глина, железо. И камни, соответственно. Так. Так, ну значит, глину, по идее, мы можем добыть где угодно. То есть это и есть глина. Глины, с глиной проблем нету. Глина, глина. Глина, глина. Так. Глины нам нужно просто километр тоже. Так. Помимо глины нам нужны камни, железо. Вот там как раз таки вроде я вижу. Вот железо. Я прям на железе стою. И обычно в таких местах как раз таки есть жила металлическая. Не всегда, но большую часть времени. В общем, это будет сейчас очень нудно, долго. Так, поэтому, наверное, вам не стоит это смотреть, поэтому мы с вами попрощаемся и увидимся уже в новой серии, когда я немножко понадобываю железо, камня, дерево, то есть и посмотрим, что там да как. Попробуем изготовить металлические инструменты для начала, там уже будем глядеть, что да как, почему. В общем, чао-чао.
С вами был Призрак Геймс. До скорой встречи!